Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Волна жаркого воздуха прорывается через предгорье Алтая дальше на восток. А с запада через Иртыш уже переходит холодный атмосферный фронт, снова меняя погоду на юге Сибири. Теперь о погоде более подробно. В понедельник, 9 августа, в Новосибирске днем кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. В ночные часы ожидается 14-16 тепла, днем столбик термометра покажет плюс 27-29 градусов. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом я прощаюсь, желаю хорошего настроения и удачи во всем.